Ребята, всем привет, с вами Александр, Легенды Дракономании. Да, мы все тут ждем с нетерпением, пока вылупится Анубис. Анубис, какой Анубис? Пока вылупится дракон Ра, да. Анубис у нас уже есть, он тут, он гордо гуляет, кстати, можно ускорить, отлично. Да, так, у нас у Анубиса стихии какие? Легендарная, божественная, прошу прощения, тень и пустота. То есть у него там сила удара получится что-то в районе 78, короче... Не буду врать, ладно, где-то листочек со стихиями, с силой стихии я потерял. Хотя где? Надо бы его найти как-то, правда ведь? Так, давайте будем считать. Базовая у них 74, да, ребята? Давайте посчитаем с вами. 74, это у нас божественная базовая. Плюс, где тут тень? Плюс 6, это 80, и плюс пустота 2, да. Ну, вы поняли, 82. 82, а у Ра это будет 74 плюс, плюс свет, плюс 3 и плюс 6. Вот так вот там, по-моему, 83, если мне память не изменяет, у него же вроде свет... Нет, у него там что-то другое. Короче, у него, по-моему, 84 атака. У него там свет и что-то другое, ладно, забыл. В общем-то, он посильнее будет. Свет и огонь, точно, ребята. Свет и огонь. А огонь нам дает сколько? 3. Свет и огонь, да. 3 и 3. Да, 6 получается. 74 плюс... Плюс 6. Нет, у него тень. Не, свет. Свет и огонь, да. Плюс 6. Плюс 6 должно быть. То есть 8. Ладно, короче, он сильнее. Это то, что мы можем запомнить. Он сильнее, чем Анубис. Но он получается полным аналогом, ребята, факела. То есть у него вот эти же стихии. Огонь и свет, ребята. Огонь и свет. И это не прикольно. Потому что у нас уже это все есть. Как вы знаете, залог успешного прохождения, допустим, замковых событий, это наличие драконов прокачанных, которые будут иметь все разные стихии. Неважно, хорошая она или плохая, но, по крайней мере, большинство стихий должно у вас быть. То есть у меня команда, как видите, легендарный, свет, огонь. То есть это есть одна команда. Зелень у меня, осень у меня здесь зелень и тень. Стихии перекрывает. И вот причина, по которой мы качали Архангела, это металл и энергия. То есть мы перекрыли так вот это. Все разные стихии у нас перекрыты таким образом. Если же мы будем качать Анубиса, мы перекроем стихии пустоты. А если мы будем качать Ра, то мы ничего не перекроем, кроме божественной стихии. Ну, то есть мы Анубис перекроет две стихии, и божественная, и пустота. А Ра перекроет только одну стихию. В общем-то, нам реально по смыслу, если подумать головой, нужно качать именно Анубиса. Но, конечно, мне хотелось бы больше прокачать Ра. Он мне что-то как-то больше нравится. Ну, такие вот дела, ребята. Скорее всего, мы будем качать Анубиса. Ну, у нас уже 17 миллионов. Ну, с другой стороны, может, нам 17 миллионов хватит, чтобы его докачать до 50 уровня. А дальше, может быть, тоже качнуть и Анубиса, и Ра, точнее, на 50 уровень. Не знаю, но пока, в принципе, других кандидатов у меня нет на прокачку. То есть кого-то еще качать, некого качать. Ну, то есть из таких, чтобы были сильные. Ух ты, патч, еще у него только две стихии. А, нет, я уже испугался. Пробудить, но опять же, свет, у нас уже есть свет. Бессмысленно качать этого дракона. Ну, в общем-то, нет у нас достойных таких вот кандидатов. Если бы еще какого-то божественного... Было бы неплохо. Давайте теперь перейдем к нашей акции, то есть битва с боссом. Ну вот, конечно, вот Хатхар было бы вообще хорошо. А, у нас дракон и Си даже еще есть, ёшкин ты кот. И Сидушка у нас есть. Сколько тебе здесь выращиваться? 23 часа, ё-моё. А у меня, по-моему, этого дракона нет. Подождите, вот, это роза у меня получилась, что ли? Дым плюс арбуз. Да, у меня получилась роза, ребятки. Юху! Дым плюс арбуз. Я и забыл. Забыл, что я вот эту штуку-то выращиваю. Ну, из-за того, что идет наша акция, где постоянно нужно кого-то высидеть или вырастить, я не могу ставить никаких драконов вот, ну, вот из этих, что у нас здесь. Которые у нас ждут очереди. Там вот Бастет, Газель, Исида, например. Исида. То есть не могу их, короче, качать.
Потому что они очень долго, то есть 5 дней, если у нас тут рано находится, они займут все места в инкубаторе, я не смогу выполнить эти задания. Вот, ну, египетская миссия. Кстати, мы тут движемся лучше, чем в прошлый раз. В прошлый раз мы остановились именно на 5, а здесь мы пройдем вот эту штуку, то есть, может, завтра даже. Сегодня немножко я соберу, и завтра вот 12, то есть, завтра я выполню. Есть... А, это 4-й этап, ну да, так и получится. Пройдем мы всего лишь 5. И за оставшиеся там 2 дня... Точнее, за, ну да, около 2 дней мы пройдем только 5. Ну как, в общем, тогда все нормально. Все по плану. Половину выполняем, ребята. Так, а теперь давайте заглянем на карту. И посмотрим. В общем-то, здесь получается так, что нам-то и смысла качать драконов даже вот нету особого. Выше там 50 уровня. Мы с помощью союзника легко это все дело, мне кажется, пройдем. Но если не пройдем, тогда нужно будет качать выше. Ну, они слабые, здесь только эпики 60-е не заколдованные. Ну, не знаю, дальше там подымется у них уровень. Но неизвестно, кто нам там попадет. Так, ну давайте. Сейчас мы кого-нибудь наймем с помощью наемных работников, да. Мы можем там все одолеть. Давайте возьмем так. Пару остановочек пройдем. Меня беспокоит то, что первая победа над Радхарном и его злостной машиной была скорее везением, нежели результатом моих выдающихся способностей. Но в следующей битве все будет иначе. Обязательно. Так. Легендарный аналог Рав в атаку. Так, сейчас китайоза нас тут завалит. А мы отомстим. Ну, вот так. В общем-то, мы на изи пройдем карту. И тогда вот даже не понимаю, зачем нужны драконы там 60-го, 70-го, 80-го уровня, на еще и заколдованные на все звезды. Где нам ими сражаться тогда? Типа на колдовской арене пытаться там пробиться выше? Ну, что-то такое сомнительное. Мне кажется, сюжеточка должна, которая тебя будет толкать вперед. Ладно, читаем. Когда все считали меня безумцем, потому что я был уверен, что дикие драконы способны обучаться, Радхорн не ожидал моей атаки. Теперь он готов к бою и сможет использовать все мои методы обучения драконов против меня. Обязательно он будет это использовать. Давайте сундучок. 5000 еды, да, ну за такой сундучков на карте мало, надо давать 5 миллионов еды хотя бы. Ладно, идем дальше. Уровень 61, 62, 3, 4, 5, 6, тут максимум 70, наверное, будет. И то и не заколдованный, и даже не легендарный. Так, я бы такого дракончика хотел, на горгулью какую-то похож. 4 крыла. Давайте нападем. Берем очки портала, они у нас уже полностью заполнились после последней замковой битвы. И помчались в бой. Так, как мило, тираны так долго работали над созданием снежного дракона. Даже не думал, что у них есть творческие наклонности. Жаль только, что они предназначены для плохих дел. Интересно, как это можно создавать драконов? А почему эта штука называется 4 крыла? Типа, что у нее есть руки. Да, это, короче, дракон, у которого есть маленькие ручки. Тоже в виде крылышек. Ладно, в атаку. Цунами, да, это. Ух ты, прикольно, она так на задницу шлепается и атакует. Так, идем дальше. Оу, бедный наш архангел. Так, ну, не, пустота не подойдет. Дайте ветер, у меня ветра нет, стихии. Еще мне, в принципе, гипноса тоже можно прокачать. Но у гипноса пустота и ветер, да, если я не ошибаюсь. После прокачки Анубиса нам уже тоже гипноса качать не с руки. Ну там посмотрим. Если реально мы остановимся на 50 уровне, ну, на какое-то время, то можно будет прокачать и рашечку. В смысле дракона Ра. Так. Кого мне этот снежный дракон напоминает? Боюсь, он очень похож на злобную машину, только в миниатюре. Они так говорят, вот хоть бы показали это, какой здесь был снежный дракон. О ком идет речь, люди? Расскажите мне. Следующий у нас... Оу, босс. Вот такой вот у нас будет тройной босс. Но это будет, ребятки, в следующей серии. Так.
Ну да, раз, два, три, четыре, пять, шесть остановок нам осталось, ребятки, так что... А, вот, смотрите, вот это и есть эта машина, вот смотрите, она здесь вморожена, я только вот заметил. А что у нас еще здесь есть? Есть какие-то торчащие, вот, смотрите, хвост торчащий. Вот еще кусочек торчит, вот кусочек торчит. Ну это, в общем-то, все это тело замороженного этого дракона получается, вот как-то так. Прикольно. Тут северное сияние из непонятно откуда идет. Так, вот еще какие-то запчасти. А вот здесь скелетик у нас имеется. Так. Что, давайте заглянем. Вот гипноз наш. А, пробудил у него все стихии. Ничего себе. Ну да, пустота у нас уже будет. Ветра у нас пока что нет. Ветра пока что нет. Так, а у тебя что тут по стихиям? Металл нам тоже уже не нужен. И пустота нам тоже не нужна. Эрлайншеня качать не будем. Панигу. Панигу. Зелень у нас уже есть. Давайте мы-ка куда зайдем? А ну-ка, нажмем колдовство. Камень. Камень у него есть. Зелень и камень. Но опять же, они силой особо не выделяются. Потому... Ну, будем ждать еще какого-то дракончика. Потому что мы ограничены, да, как в прокачке легендарных, так и в прокачке божественных, ограничены осколками. Легендарных осколков просто мало, а божественных вроде как и много, но чтобы их переработать, это нужно миллион лет, чтобы прошел. Не знаю, это полгода нужно сражаться и тратить только на переработку этих осколков, чтобы вот и как бы переработать все эти 8000, не знаю. Очень как-то тяжело и долго это все перерабатывается. Вот, а сюда 180, а сюда 280. Три раза нажал и тысячи нет. Так что, ну, будем потихоньку, постепенно решать этот вопрос. Давайте еще заглянем немножко на колдовскую. И, пожалуй, здесь можно взять нашу слабенькую троицу. Что у нас здесь есть? Есть энергия. Есть вот это. Ну и вот так возьмем. Надеюсь, затащим. Хотя минус 15 всего стоит. Ага, 40. Нет. Так мы не пойдем. Ладно. Возвращаемся обратно. Берем факела. Пойдем факелом сжечь их. Ну да, крепкие драконы. Наверное, не затащили бы. Да, точно не затащили бы. И кубков было мало у противника, там 591, да? Или это наши кубки, у него было что-то тоже рядом. Да, но нет, но нет. Драконы-то вот этот на заставке у него был. А остальные все посильнее. Да. Один слабый был, попался на картиночку. Обман. Так, ну, хорошо бы какого-то дракона вода и камень. Это получился бы такой защитник. И лекарь, либо ветер и камень. Вот какого-то там легендарный, либо божественный дракон. Вот с этими стихиями нам нужен будет для прокачки. Так, военный, боевой сундук, точнее. Я его все время военным называю, но ладно, не беда. Давайте его откроем. Ну и ничего толкового нам не попалось. Так, давайте искать нашу жертву. Хочу минус 17, например. Попытка номер 2, ребята. Берем снова тигра и пробуем нагнуть этого противника. 31-й. Давай, ягодка, вперед. Так, вот что-то мне кажется, разве я гипноз отратил 100 кристаллов, чтобы разблокировать третью стихию? Это как-то глупо. Как-то глупо. Так, ну ты хоть за один удар завалишь, а то так бы... Вот это жесть. Я снял 60% жизни и не смог даже половину
потом с него снять. Это печально. Ну, в атаку чё ждём? Какой Wi-Fi? Я тут по проводку сижу. Радуга, ты чё тут радиопомехи наводишь? А, в принципе, ребята, на этом мы можем спокойно себе и закончить. Все, что я хотел сделать, мы сделали. Так что ставим лайк, чтобы у вас не зависала игра и компьютер и Wi-Fi не пропадал. До скорых встреч!